Уважаемая госпожа исполнительный секретарь, ваше превосходительство. Для меня является большой честью выступить с приветственным словом на открытии 77-й сессии ЕСКАТО. В этот непростой период для всего человечества перед вами стоит весьма важная задача – выработать решение по укреплению экономического сотрудничества в регионе во время пандемии по принципу «лучше, чем было». Пандемия COVID-19 привела к серьезным проблемам в международной торговле во всем мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это поставило под угрозу дальнейшую полноценную реализацию целей устойчивого развития. Большинство развивающихся стран лишились существенной части доходов, а ресурсы, которые они имеют, вынуждены направлять на ликвидацию последствий пандемии.